Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Max Payne 2. Мы все так же на этой стройке, все так же играем за моно. Надо сказать, что у нас куча проблем, потому что, как вы видите, вон сколько жизней. Враги начинают уже натурально доставлять неприятности. Хорошо полетел. Я не понял, конечно, но перемотать назад, когда я стрелял вот тут в баллон, рядом с ним вот тут стоял человек, несмотря на то, что у меня прицел был тут, по-моему, все пули попадали в человека. Это что, какое-то автонаведение, что ли, у меня включено? Это странно. Ну-ка. Автонаведение? Да идите-ка вы. Не нужно нам этого. Офигеть. Только сейчас заметил. Так, нам, скорее всего, вниз нужно идти, чтобы выбираться с этой стройки яд, не наверх. Ой, блин. Ушел. Да, блин. Еще есть желающие? Вроде не особо, да? Патрон для СВД, но СВД нам тут не особо нужно. Подожди. Куда они подевались? Да где ты, мать твою? Так, хорошо. Да, блин, а. Но я тебе чем могу помочь? У меня самого, блин, со здоровьем проблем те еще. Сейчас найду, как подняться. Хорошо. Команда хотят, чтобы мы уходили. Попытаюсь их убить. Так, еще сохранимся. Но вообще, я чувствую, мы сейчас тут будем погибать. Что-то есть у меня такое ощущение. Ладно, давайте подниматься. Ай, блин, куда ты пошла? Так, ладно. Не очень подходит механика Max Payne для всяких этих прыжковых упражнений. Постоянно что-то не так, какие-то недопрыги, перепрыги. То же самое было в Alan Wake. Игра отнюдь не Mirror's Edge, надо отметить. Так, и зачем я сюда пришел? Странно. Да не падай ты. Так, а что я тут делаю? Зачем я сюда пришел вообще? Там точно ничего нет? Да вроде нет. Так, давайте сюда пойдем, что ли. Мы на дне ямы. Мона сказала, что попробуй к тебе подняться. Как мы к ней поднимемся? Что она несет вообще? Вернее, к нему. Я пока что не вижу никаких приспособ. Блин, ну нам по-любому нужно туда подниматься. Не знаю, давайте сюда сходим сначала, проверим. Возможно, что-то да получится. Там кто-то стоял. Мы с вами. С этой ситуацией разберутся по-другому. Пусть уходит. Нашим легче. Я нашла лифт. Поднимаюсь. Да, лифт вижу. Сейчас подойду. Уборщики ушли. Наверху все чисто. Стрелять — это всегда выбор. Либо ты жмешь на курок, либо нет. Стойте. Стойте, подождите. Макс, не мешай, ты только все портишь. Тебя отстранили. Она одна из них. Она здесь, чтобы убить меня. Я исполняю свой долг.
Она в розыске, я приказываю ей сдаться. Она сопротивляется, я стреляю. С той же неизбежностью, с какой пуля раздирает тело и кости жертвы, тот, кто спустил курок, разлетается на сотню осколков. Спокойно. Назад, Пейн! Вот что я вижу, оглядываясь. Эти минуты словно слепящий снег. Я погиб и ожил измененным до мозга костей. Нет, Мона. Уинтерсон! Сюда, скорей! Ступай, беги! Мона! Эй, не спеши! Детектив Уинтерсон! Она ранена! Он упал вниз! Закон ямы. Неважно, сколько времени карабкался наверх, обратно слетишь в один миг. Да уж, настоящая проблема. Мне снилась жена, что я убил ее ради любовницы. Мы его теряем. Множественные огнестрельные ранения, зрачки расширены, травма головы как минимум. Он в шоке. Две больших капельницы и в реанимацию, быстро. Не реагирует. На нем вообще живого места нет. Мы его теряем. Я выбрал Мону. Оказалось, что потерял. Ты просто ангел, Макс. Хватит так стонать. Станат нас. Дети смотрят. Так, ну что, теперь я понимаю, как мы в таком раскосанном состоянии начинали игру, почему. Собственно, поэтому вон оно, что у нас произошло. И теперь мы по-новому переживаем эти минуты. Что у нас тут есть? Тут у нас ничего, нам ничего и не нужно сейчас. У нас даже датчика здоровья нет. Ой, это вообще приход. Я думал, мы, собственно, попали в больницу, а это мы опять в кошмар попали. Сумасшедший. Странно. На секунду я забыл, кто я. Меня изменили. Я выгляжу совсем не так. Я думал, что я убийца. Я думал, что я бандит. Я думал, что я полицейский. Я думал, что я пациент. Я думал, кто я? Кто я? Ты шизофреник. Ч
что вообще какой-то вынос мозга пошел. Тот самый полицейский участок. Моносакс, Макс. Стойте. Стойте, подождите. Макс, не мешай, ты только все портишь. Тебя отстранили. Она одна из них. Она здесь, чтобы убить меня. Я исполняю свой долг. Она в розыске. Я приказываю ей сдаться. Она сопротивляется, я стреляю. Спокойно. Назад, Пейн. Нет, Мона. Уинтерсон. Это мы все видели. Как после бомбежки прям. Да. Пейн! Пейн! Ты должен, Пейн! Ты обязан раскрыть это дело! Нас предали! Ты должен узнать, кто это сделал! Раскрыть дело! Обещай мне! Обещай мне, Пейн, что не предашь значок. Найди, кто это сделал. Пейн. Бравура, все. Шизофренические коридоры напоминают Silent Hill, потусторонний. Так, собственно, кабинет бравуры закрыт. Макс, она убийца. Макс, она хочет убить нас. Она одна из них. Секунду. Продолжаем, короче. Долг? Это самое главное? Слишком поздно вам. Ты арестован по подозрению в убийстве. Я делаю это ради тебя. Я могу избавить тебя от боли. Всего одна пуля. Короче, творите, стервы. Да, Макс у нас в бреду конкретном. Приходишь в себя, кругом разгром, который сам устроил. Что делать? Лежать, зажмурившись, не шевелясь и надеяться, что помрешь? Или выбираться, спасать близких, тушить пожар, исправлять положение. Последнее предупреждение. Вы окружены. Бросайте оружие и выходите из здания с поднятыми руками. В сказке про спящую красавицу все было совсем не так. Все экипажи на месте и в готовности. Принц не затем ее целовал, чтобы разбудить. От столетнего сна не просыпается. Ладно, парни, сейчас заходим. Будем брать штурмом. Все наоборот. Он ее целует, чтобы самому проснуться от кошмаров, которые забрел. Когда я сегодня очнулся в больнице, то думал, что хуже некуда. А теперь к тому, что было дальше. К телу Уинтерсон в морге. Я убийца. Убил полицейского. С некоторыми чувствами ничего нельзя поделать. Я достаточно провалялся на дне ямы. Слишком долго. За мной пришли командос из компании уборщиков. Мне был нужен пистолет, чтобы пройти мимо них.
Я надеялся, что боль утоляющая поможет мне продержаться на ногах. Колян, это Митчел. Так, сохраняемся. Чё мне тут, чё мне тут делать? Да, я задел несколько газовых баллонов, когда стрелял в него. Морген, я его загнал тут в угол. Хорошо, давай побыстрее. Отбой. Так, чё дальше? Чё? Какой ты тупой, ты же был там, в безопасности, не думай. Бежим. Где? Куда? Что делать? Где-то же здесь должны быть пистолеты мои, нет? Или они ниже упали? Ой, не знаю. Так, я не совсем понял, что мне делать. Ладно, валим. Что-то надо придумать. Хоть что-нибудь. Так, я надеюсь, ты за мной не погонишься. Гонится. Бежим. Дайте мне оружие. Хоть какой огнестрел. Нашу мать. Тихо. Ты сделала все, что было в твоей руке. Оружие дайте. Мистер Пейн. Давай, за ним. Что это такое? Ой, что происходит? Уйдите вы, бляха-муха. Я не совсем понял, что мне делать. Может, мне как-то его убить надо, а потом уже дальше с оружием продвигаться. Тут патронов нет. Где мне взять? Да здесь негде взять. С чего им тут быть-то, этим пистолетом? Единственное, что они могут там, в шахте лифта, быть. Ты только отдаляешь неизбежное. Рано или поздно мы все равно войдем. Да я лучше сам выйду. Ну вот теперь ты получишь, Пейн. Какой ты тупой, ты же был там, в безопасности, недоумок. Я тебя достану. Давай лезь туда. Далеко тебя не уйти. Да не уйти, так не уйти, ну. Давай, я не знаю, что я с тобой делаю. Ну что ты делаю? Где у нас могут быть патроны? Или не пистолет? Это, по-моему, тупо. Надо уходить отсюда. Больше тут ничего придумать не могу. Ладно, валим. Что дальше? Давайте сохранимся. Я не знаю, конечно. Я, по-моему, что-то неправильно делаю, у меня такое ощущение. Потому что мне кажется, что вот с тем уже нужно... С помощью... Да что ж ты... Мичем, он здесь. Давай, что это такое? С помощью огнестрела уже как-то, я не знаю, блин, не знаю, что делать. Ты сделала все, что было твое, мистер Пейн. Так, ладно, видимо, я куда-то туда пошел, куда нужно. А вот тут надо было лучше сразу на выход. Боль утоляющая еще одна. Где он? Отсюда ему не выйти. Я постою после двери, чтобы он не выбежал. А ты найди. Неплохой план. Лумбарханы, стоять на месте, бросить оружие! Сам бросай! Во! Пистолет убитого охранника валялся в дверях. Только бы поднять его, и я бы смог отстреливаться. Тебе не скрыться. Я найду. Скотина. Все, живем. Наконец-то.
Уф, блин, значит, я все правильно делал. Тогда тех медсестричек натурально жалко. Потому что их убили, как говорится, ни за что. Так, тут нам больше подойдет вот это. 5 патронов, конечно, всего. Но все же лучше, чем ничего. Ой, ёлопала. Фу, так это вы тут? Ну, с вами могут быть проблемы. Что за странные звуки? А, это кофемолка. Понял. Видите, да, сколько он кидает этих магазинов, пока я... Так можно бесконечно кидать, что ли, я понимаю. Ну ладно. Баги? Во. Сериал «Адрес неизвестен» продолжается. Давайте посмотрим. У тебя в мозгу опухоль. Она сводит тебя с ума. Мы вынуждены действовать решительно. Фальшивые врачи пытались запутать меня. Говорили, что это я, Джон Зерка. Накачивали меня наркотиками. Нет, нет, не смей, отдай. Он вырвался, жить его. Нет, нет, не смей, отдай. Все хорошо. Успокойся. Успокойся. Просто дай сюда. Вот, молодец. Эй, отойди. Жесть. Я был в сознании, но все еще одурманен наркотиками. Нужно было бежать и не дать им остановить меня. Смерть приближается. Она приближается, приближается. Уходи, уходи. Ну вы поняли, я думаю, да? Офигеть. Так, тебя просто кончили тут, похоже. Лицо-то так счастливое какое. Тяжелая артиллерия. План был таков, и мы будем ему следовать. Ты живой еще, что ли? Ох, ёлопала. Это что было? Ладно, лечимся. Макс у нас раскоцанный весь какой. Да, блин, что постоянно взрывается-то рядом со мной? Я не знаю, кто там, но лучше бы там кому-нибудь быть. Так, ладно, хорошо. Так, минус. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Или здесь. Или здесь. Ничего, отлично. Может здесь. Да блин. Или здесь. Вот. Как минимум одна штука уже есть. Значит, уже не зря мы тут пошарили. Так, давайте. О, милорд, миледи. Страховая компания «Замок» представляет вам совершенно новую серию фильма «Лорды и леди». Милорд.
Она будет моей женой. Только через мой труп, брат. Эта блудница никогда не осквернит нашего честного имени. Ты не вправе называть себя лордом. Я выполню свой долг, как наследник судьи. Ты в последний раз оскорбляешь мою даму сердце. Я требую удовлетворения. Как хочешь, братец. К бою. Нет, милорд, это не доведет до добра. Негодяй. Милорд, умоляю вас. Брат мой, послушай ее. Может, нам удастся мирно разрешить спор? Получай же. Нет. Брат, что ты сделал? Брат, ты убил меня. Мы пропали. Миледи, что я сделал? Все пропало. Что я сделал? О, блин. Я, кстати, вот уверен, что одного из них играет Сэм Лейк, который, как и в этом адрес неизвестен, дал свою внешность. Ну, кроме того, он дал внешность. Позвольте представиться. Владимир Лем. Приглашаю вас на торжественное открытие моего ресторана «Водка». Мои дорогие друзья, приходите, все просто, как водка. Ну ладно. Короче говоря, в одного из них, вот этих милордов, играл Сэм Лейк, а второго случаем не тот, который Владимир Лема в первой части играл. Вот это я тоже посмотрел. Чистящие средства, чистота. Такое все после любых грязных делишек. Наберите 555 чисто. 555 чисто. Именно чистотой пользуются для уборки места быстрее. Ну блин. Не собираюсь хватать, но если у меня будет битой глава в бомбе, не промахнусь ни разу. Девочка! Слушай, разбуди меня, когда закончишь выкобениваться. И армия свирепых демонов-зомби из глубин космоса. И целая куча драк в стиле кунг-фу. Приключения капитана «Бейсбольная бита». Ты прям не отойдешь. Бруклинская школа слепых. В школе для слепых каждый знает, что видеть и верить в разные вещи. Наши двери открыты для всех. Привет. Вы позвонили в опасные связи. Позвоните 555 киска, когда захотите перейти от слов к делу. Вайолет, это ты? Ждут вашего звонка. Офигеть, тут не отойдешь, просто столько всего интересного. Средства от сильной боли. Я полицейский. Однажды на дежурстве в меня попала пуля. И все, что мне понадобилось, это интертектум. Настоящее средство от настоящей боли. Так, что-то по второму кругу пошло. Ну ладно. Найтингейл, Вал, не Вейки, ФБР была фамилия. Хорошо. Так, ну что, давайте на этом прекратим эту серию. Под конец у нас был такой блок рекламы небольшой, прикольный. Могу сказать, что это круто. Последняя глава началась, то есть, я не знаю, в серии 5-6 осталось. Сколько там, уровней 8, наверное. Как бы там ни было, игра подходит уже к концу. Скоро мы это все порешаем. На мой взгляд, это круто. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.